Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня я приехал на Рыжкановку, как вы и просили, долгожданный обзор такси «Блюз Урбан». Вот где-то там он находится. Сейчас пойду. Сегодня, кстати, я попал еще на интересную акцию. Две шаурмы по цене одной. В общем, погнали смотреть, действительно ли это так. Добрый день. Есть еще акция сегодня, это шаурма, две штуки по цене одну. Можно одну порцию? Подождите, 10 минут. Здесь, да? Заплатить? Ну, нужно взять напитки какие-то. А, без напитков? Так там вроде в заведении напитки написано. Ну, я тоже здесь побываю, у меня тоже это считается. Ну, хорошо, давайте чай какой-нибудь простой. Ну вот, друзья, мне выдали кебабчик. Выдали, кстати, минут за 5. Тут сзади, вот у меня на фоне, грандиозная стройка, строится Кауфланд очередной. Так что я пройдусь одну остановку, потому что мне вот чаек тут один дали. Ну, пришлось за него заплатить. Такая у них система, видите, не получится взять просто кебаб по цене одного-две штуки, а надо еще взять напиток. В общем, я пройдусь одну остановку, допью чай и бегом домой снимать дальше обзорчик. Я добрался домой, друзья, у меня прошло минут 10 буквально. Кебаб довольно увесистый и упаковка тоже на десяточку. Взвешиваем. Один кебаб весит 473 грамма. И второй кебабчик весит 446 грамм. Я порезал обе шаурмы, как обычно, на три части. Нижний ряд одна, верхний ряд, соответственно, вторая. Собраны они одинаково, что я вижу внутри. Половину объема занимает белокочанная капуста. Она очень мелко порезана и она в белом соусе. Мяса где-то сбоку совершенно немного. Также я вижу здесь красный лук, картошка, кетчуп и соленый огурец. И в некоторых местах просвечиваются кусочки помидоров. Картошка дырявая, выглядит так себе. Надеюсь, она не будет сильно сухая. Я пробую, первый укус посвящаю вот этому комментарию. В самом низу, смотрите, просвечивается крупный кусочек мяса. Мясо похоже на донерное и похоже на смесь куриной грудки и серого мяса в виде бедрышек или голеней. Из плюсов можно отметить, что капуста нашинкована правильно, мелко, как я люблю. Мясо вкусное, мясо приличное количество, здесь на срезах его совсем чуть-чуть, но в нижней части был большой кусок. Оно хорошо зажарено, картошка по вкусу не выпирает и не сушит, хотя по виду она не очень. Лаваш белый, ломкий, который я не очень люблю, но тем не менее здесь его немного намотали, к лавашу претензий нет. Еще к плюсам могу отнести, что сочность этого кебаба на хорошем уровне. Присутствует вкус кетчупа, опять же такого кисленького, дешевенького. Но он дает свои нотки. Белый соус это скорее всего майонез. Его вкус не очень понятен, потому что он вмешан в капусту. Что можно сказать по минусам этого кебаба? Первое, то что все-таки преобладает вкус капусты. Ее здесь максимальное количество. Где-то половина объема начинки это капуста. И чисто эстетический минус, это не очень свежая картошка по виду. Ну и самое тоже немаловажно, это цена. Если брать один такой кебаб без никаких акций, вам он выйдет 52 лея. За такой кебаб, по моему мнению, это дороговато, так как в городе есть альтернатива, дешевле и не менее вкусный или даже вкуснее. Да, кстати, если кто-то из руководства смотрит этот обзорчик, свяжитесь со мной, есть для вас эксклюзивное предложение. Ну а по акции, друзья, это отличный кебаб, если считать, что вам надо 52 лея заплатить за 2 кебаба и 15 леев за чай. Это получается 67 леев, то есть по 33-34 лея, грубо говоря, у вас получается 2 кебаба и 1 чай. Это отличная цена за этот кебаб. Кебаб достаточно вкусный за эти деньги. Но за 52 лея я бы прошел мимо. Оценки за шаурму от заведения такси «Блюз Урбан» у вас на экране. Всем спасибо за просмотр, друзья. Лайки с вас, подписка, комментарии. Я вас обнимаю. Пока-пока.